Поговорю, короче. Секунду, секунду, подождите. Ты сначала успокой себя. Тебя даже не боятся первоклассники. Ты не можешь даже убить муху. Твой удар не такой сильный, ты понимаешь? Я тоже это признаю. А ты нас ударишь, ты меня что-то не слышал, да? Почему сейчас мафия? Пожалуйста, да? Пожалуйста. Ты хочешь подраться? Не начинай. Прям сейчас хочешь подраться? Пожалуйста, не начинай. Вот я сейчас у тебя в гостях. Ты хоть один раз приедь в Таджикистан, и мы тебе покажем, и увидишь, что такое гостеприимство. Мы не будем кричать как-то, не будем истерить, не будем орать и говорить, где ты. Мафия, не играй голову. Что? Абдурозик, аккуратно. Что ты сказал? Ну попробуй, Дарвич, попробуй. Иди сюда. Иди сюда, я сказал. Абдурозик, сади. Иди сюда, я сейчас сожру тебя. Пацаны, подожди. Хазбула, пожалуйста. Хазбула, он гость. Хазбула, он гость, садись. Пускай не болтай. Хорошо, садись, Хазбула. Потом что ураза порки есть. Да, сегодня. Успокойся тогда. Что ты начинаешь истерить? Успокойся. Хазбула, по-братски. Хазбула, по-братски. Хазбула. А что ты сказал? Нет, Хазбула. Подожди, Хазбула, смотри. Отпусти. Я тебя оставлю. Отпусти его. Пусть почувствует мой удар. Хазбула, подожди, Хазбула, смотри. Не болтай, а я тебе боковую дам один. Ты ребенок, ай, слышишь, ты ребенок. Хазбула, по-братски, Хазбула. Ну-ка, подойди. Хазбула, ты так много разговариваешь, подойди. Давай, подойди, я посмотрю. Успокойся, брат. Друзья, я... Честно, я смотрю на него, и мне смешно становится, реально. Он ведет себя как ребенок, маленький ребенок. Хазбула, давай, не позорь нас. Хазбула, не позорь нас, успокойся, брат. А что там мне говорю? Хазбула, по-братски, что ты? Слышишь? Ты сейчас позоришь Дагестан, ты это понимаешь? Ты позоришь. Отпусти его, отпусти. Что он скажет? Что он сделает? Отпусти его. Что он скажет? Что он сможет сделать? Хазбула, побратай. Что ты сможешь сделать? Хазбула, слышишь? Хазбула, побратай. Эй, садись. Хазбула. А что ты ошел мне такой? Эй. Он что, мафия играет? Эй, Абдурозик, успокойся. Пускай Абдурозик. Не наносит голову. Абдурозик. Все. Рука опусти меня, а что такое? Сюда иди. Абдурозик. А что ты пакуем мне голову? Я не оставлю тебя. Сюда иди. Иди пацаны. Сюда, я сказал. Пацаны. Я с тобой сейчас во время Рамазана разговариваю по-хорошему. Я сейчас тебя на кусочки порежу, понял? Отпусти его. Иди сюда! Иди сюда! Собака! Это означает собака, ты понял? Отпусти! Сюда иди! По-братски! По-братски! Оставь, я сяду! Я с тобой общаюсь по-братски только потому, что Тамаев меня попросил! Только из уважения к нему! Я бы знал, как смотрите, с тобой пацаны, общаться смотрите, и как себя вести. Пацаны, я могу тебя ударить, я могу злиться тоже. Смотри, но я себя веду пацаны, адекватно. Мы же гости. Подожди, он же гость. Все. Подожди. Все будет в клетке, пацаны. Абдурозик, успокойся. Говори. Хазбула. Хазбула, подожди. Хазбула. Говори. Не. Джабью, сопляк маленький. Джабью, Не. Абдурозик. Баба, пусть дай мне кала микрофон. Хазбула, успокойся. Давай. Все. Эй, ты че на публику мафигаешь? Оставайся мне, ты вымораживаешь. Иди сюда. Я тебя с радостью оставил. Да, иди сюда, приходи, давай. Отойдёшь. По-братски. Иди сюда, я говорю. Успокойся, Хазбула. По-братски, Хазбула, по-братски, успокойся. Таджикистан, вперед! Вперед! Дагестан вперед! Тебя никто Хазбула, в Дагестане по-братски, не уважает. По-братски. Ты только позоришь Дагестан, ты это понимаешь? Хазбула. Успокойся, да я не мороси. Ты опозорил Дагестан. Отпусти меня. Хазбула. Отпусти меня, Хазбула.
Иди сюда. Ну-ка, что ты скажешь? Иди сюда. Они успокаиваются. Подожди, сейчас закончим. Блин, он же как курица себя ведет. Иди отсюда. Садись. Подожди, продолжим. Отпусти. Отпусти. Отпусти, я сказал. Не быку, я сказал. Отпусти. Отпусти, я говорю. Хазбула, по-братски. Отпусти, я сказал. Ты понимаешь? Хазбула, я понимаю все. Хазбула. Успокойся. Абдрозик. Курица. Хазбула. Отпусти, я сказал. Я съем его сейчас. Отпусти. Хазбула, по-братски. Успокойся, Хазбула. Садись. Хазбула, по-братски. Хазбула. Давай, не хочу. Синяки будут. Не будет. На руках синяки будут, брат. Не будет. А что это за синяки? Успокойся, брат. Все, пацаны. Этих ребят мы останавливали и в начале пресс-конференции, и сейчас. Я уже вспотел. Хазбик. Почему? Почему так? Абдрозик же ведь ничего не говорит. Он говорит, что в клетке вы разберетесь, брат. Зачем лишний болт? Ну что здесь? Смотри, Хазбула, смотри. Слышишь, имей уважение. Общайся нормально. Я с тобой общаюсь по-братски, только ради этого человека. Я по-мужски с тобой общаюсь. По-человечески. Я тоже могу орать. Я тоже могу тебя ударить. Если бы не было его, я бы тебя порезал бы на куски. Ты понимаешь это? Подожди. Я не оставлю. Хазбула. Успокойся, завтра поговорим. Клянусь Аллахом, если ты дотронешься до меня, я тебя порежу на куски. Обещаю тебе. Брат, по-братски оставь, да? Успокойся, брат. Идем сюда. Абдрозик, сиди, не надо. Сядь и успокойся, после конференции поговорим. Я тебя отпустил бы, но не вариант отпустить Хазбула. Хазбула, я не могу оставить тебя. Хазбула, по-братски успокойся, да, брат? По-братски, я тебя прошу. Рамадажи, да, у тебя позже, брат, а? Брат, у тебя позже. Хочешь кое-что скажу тебе? Ты прекрасно понимаешь, что сейчас тебя Тамаев не отпускает, поэтому ты так истеришь. Успокойся, потише. После конференции выйдем, поговорим на любую тему. Хочешь, подеремся после конференции. Веди себя адекватно. Знай одно, если ты хоть пальцем дотронешься, отсюда выйдет твой труп. Ты понял меня? Все. Мама, ходи! Не-не-не! Все. Давай!